Во всех пунктах следования автоколонны ее участники возлагали цветы к мемориалам погибших в локальных конфликтах. В автопробеге приняли участие более 50 человек. Это ветераны боевых действий, добровольцы и дети клуба «Волонтер». Это очень важно. Почему? Потому что для взрослого это в сердце аж дрогнет. А для детей, когда принимают участие в таком момент, это как-то связывает более объединение людей, как-то более расширит взгляд на жизнь. Финиш – сельский клуб в поселке Нижняя Гастагайка, где каждый участник мог посетить фотовыставку, посвященную выводу советских войск из Афганистана.